Это продолжение социально ответственной политики материнской компании Норильского никеля. Ее генеральный директор Владимир Потанин подписал в Москве такое соглашение о сотрудничестве с ФСКН России 18 марта. Сегодняшний договор касается территории присутствия Кольской ГМК. Соглашение с территориальным подразделением ФСКН, оно как раз и позволит снизить риски немедицинского потребления наркотиков сотрудниками, членами семей на территориях, где присутствует компания. Ну, это Мончегорск, никель, Заполярный. Наркоман на производстве в цехах или шахтах подвергает опасности не только себя, но и всех своих коллег. Кольская ГМК внимательно следит за здоровьем сотрудников и проводит профилактические мероприятия. Поощряет здоровый образ на работе и вне ее. Много чего строится. Не всегда ГМК говорит, что это мы дали деньги, может, где-то из скромности. Но на самом деле идут большие финансовые вливания. Компания проводит значительное количество мероприятий, связанных с профилактикой наркомании, в том числе регулярно организует спортивные соревнования, реализует оздоровительные программы. Соглашение с ФСКН позволит добавить к такой профилактике совместные семинары, разработку новых мер по контролю за оборотом наркотиков и обмен информацией.